Что ты делаешь? Думаю. Прячешься. Жду, когда все войдет в норму. Не войдет. О чем ты? Это сказала Нелл после метеоритного дождя. Но он изменил нас, лишил иллюзий, позволил узнать себя. А что ты узнала? Что я, наверное, умру молодой. Может быть, это чувство вины перед родителями. Когда начался смерч, я подумала, вот оно, судьба нашла меня. Потом я увидела тебя в машине, и ты обнял меня и сказал, что все будет хорошо. Я знаю, это безумие, но я начала думать, что каждый раз ты защищаешь меня. Может, Кларк Кент — это нечто большее? Ты права. Это безумие. Во мне нет ничего особенного. Кларк. Мне можно сказать все, верно? Я знаю, Лана. Меня не было в машине. Почему я выжила? Это не имеет смысла. Тебе не суждено умереть молодой. Запомни, когда-нибудь все раскроется.